Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил наказывать рыбаков, которые выходят на тонкий лед. Например, экстремалы могли бы оплачивать горючее, которое расходуется на их спасение. Если бы это правило начало действовать сегодня, то жители Чебоксар заплатили бы первые штрафы. Очевидцы заметили и прислали нам фотографии рыбаков, которые вышли на лед залива. Напоминаем, для пешехода считается безопасной толщина льда не менее 7 сантиметров, в идеале 10. Кроме того, лед должен иметь зеленоватый или голубой оттенок. Серо-бурый не позволяет определить, что именно под ногами – твердое покрытие или промоина. Будьте осторожны и берегите себя.